это работник литературной части, отмечающий свой первый юбилей. Надо сказать, что Мария Дмитриевна Васильева, а именно так зовут нашего юбиляра, я прошу, кстати, вас в кресло, Машенька. Благодаря Маше демографическая обстановка в стране стала гораздо лучше, ибо из одного декрета Маша ушла во второй. Мы терпеливо ждем, знаем, что нам такой работник нужен, но, может быть, она и не думает останавливаться. Хотя, в общем, мы как-то поговорили перед сегодняшним вечером, вроде как бы, так сказать, пока не ясные перспективы. И очень хочется, чтобы сегодня у тебя, Машенька, было хорошее настроение. Поэтому тебя поздравляют горячие русские парни!
исполнении в труппе, да, горячие русские парни, совсем молодые артисты, недавно приняли в труппу. Спасибо.